Кульський, політолог. Пане Олександре, вітання, ви в ефірі. Вітання. Вітання. Мені сказали, що треба розмовляти по-російську, ну, раз треба, буду по-російську. Ну, в нас є практика, ми і білоруську начебто непогано розуміємо. Пане Олександре, ну, звісно, ваші враження з приводу третьої ночі. Ми бачимо зміну тактики протестувальників, зокрема. Вам слово. Да. Да, она немного изменилась, но в принципе стратегия осталась та же. Можно так сказать, что протесты перешли в спальные районы. И в спальных районах вспышки протестов были в самых разных местах Минска и в других городах также, но тут больше у меня информации о Минске. Но в любом случае тактика властей и стратегия не изменилась. Это силовой разгон, это устрашение. Это аресты, и в любом случае это использование любых силовых методов для того, чтобы задавить, сбить просто такой мобилизационный взрыв белорусов. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми вчора бачили кадри там з омонівцями, з гранатами. Дуже багато кадрів було з приводу денних зачисток. Дії влади стали більш агресивними, більш безкомпромісними. Якось відповідають на це протестувальники, чи протестувальники поводяться рівно? Как правило, они ведут себя, как и прежде, но были и позавчера, и вчера были попытки устроить какие-то баррикады, которые очень быстро сносились властями. Да, возможно, кто-то хватался за камень, но вообще в целом это мирный протест. Вот я недавно посмотрел видео, когда стоит человек у подъезда, это вот переход в спальные районы, да, стоит у подъезда, бежит группа ОМОНовцев в касках, кричат, он поднимает руки, они его бросают на землю, он даже ложится на землю, выполняет приказ. Они начинают практически каждый его избивать. Ми бачимо першу ніч після від'їзду Тихановської, яку називали, процитую, символом об'єднаної опозиції. Скажіть, будь ласка, її від'їзд в Литву, її звернення, якісь мали наслідки на вулицях, зокрема на вулицях Мінська? Мне кажется, что много кто понимает человеческие мотивы и то, под каким давлением она очутилась. Но в любом случае, люди, большинство людей выходили не за кого-то, а за себя, за свое человеческое достоинство. За то, что происходит. Они просто были недовольны тем, что происходит в стране. Но был технический кандидат, который поневоле им стал. Возможно, это тоже повлияло на то, что сама кампания была настолько децентрализована. И вот децентрализация протеста сейчас, можно так сказать, она продолжается. Есть в этом свои плюсы, есть минусы, но в любом случае человек, который решает показать свое мнение и показать, что он не согласен с теми цифрами, которые написал режим, он просто выходит для себя, для своего чувства собственного достоинства, для своей страны, для своих близких. И мне кажется, что это самое главное. То есть это очень важное качественное изменение, которое происходит в белорусском обществе. Пане Олександре, читаємо повідомлення Держагенції Білорусі «Белта». В Мінську нібито затримали координаторів масових протестів у зв'язку з результатами президентських виборів. І, мовляв, один з них керував діями соратників з готелю. Ставлення до такої інформації? Знаете, может быть, много очень разной информации. Возможно, кто-то из белорусов вернулся для того, чтобы либо не уехал из страны в связи с коронавирусом и долгое время находясь за границей. Но невозможно. Посмотрите, какое количество людей. Посмотрите, в каких местах это происходит. В принципе, учитывая, как власти контролировали и насколько они ограничили возможности коммуникации между участниками, то есть такое централизированное управление протестами было невозможно.
Вы знаете, граждане Украины, которые смотрят, которые получают новости там, с соседних стран, больше знают о настоящем сегодня, о настоящем поведении властей, чем средний гражданин Беларуси, поскольку все альтернативные источники информации были блокированы. И обычный гражданин, ну, для обычного гражданина очень сложно искать возможности обойти, извините, это мой маленький сын. Для обычного гражданина очень сложно искать дополнительные средства, программы для того, чтобы обойти блокировку интернета и так далее. То есть власти сейчас понимают, что они проиграли в любом случае международную информационную войну. В стране тоже мало кто доверяет государственным СМИ, но в любом случае они стараются сейчас как-то отыграться на информационном поле. Поэтому они могут выдумывать что угодно. Ну и понятно, что им задал контекст Лукашенко, когда сказал, что все это управляет территорией Украины, Польши, Чехии, даже России, он сказал, и Великобритании. Пане Олександре, ще пару питань. Ви тільки що сказали про Польщу. Вчора поляки запропонували виступити посередниками в діалозі між владою і вулицею, умовно, давайте скажімо так. Да. Як ви гадаєте, чи зацікавить ця пропозиція владу? Ну і вулицю, звісно. Я думаю, что к Польше хорошее отношение у улиц Беларуси, но для властей Беларуси Польша это враг. Это видно из прежних высказываний Лукашенко, и понятно, что они вряд ли согласятся на это предложение. Если уже кто-то и может быть посредником, но это вообще фантастическое предложение, которое власти, если мы смотрим на их поведение, никоим образом не смогут принять. Они выбрали вариант силового решения проблемы и считают, что с помощью штыков, с помощью этих гранат, пуль, они смогут удерживать власть, и что протест постепенно затухнет. Ну і останнє питання, пане Олександре. Учора ж білоруський парламент підтримав дії Лукашенка, дії правоохоронців. Білорусі нет парламенту. Білорусі нет парламенту. Это назначенцы Лукашенко, это халуи Лукашенко. Извините, я политолог, но я гражданин страны. Это не парламент. Ну, це була більш ніж вичерпна, власне, відповідь на таке питання. Тому що наступним я хотів спитати, чи мало це якісь наслідки. На парламент ніхто і не розраховував, що він може зіграти якусь роль в цьому конфлікті. Я правильно розумію? Так, да. Дякую дуже, пане Олександре. Дякую дуже.